Всем привет. Мне вообще кажется, что мы очень часто выходим с новостями, а оказывается, что с последнего ролика прошло уже больше 2 месяцев. Но тем не менее, конечно, новостей самых разных случилось много, и есть о чем рассказать. Ну, самая большая новость, новость номер один, это, конечно, то, что Фонд кино. В конце сентября мы участвовали в питчинге. Нет, это было начало сентября. В начале сентября мы участвовали в питчинге в Фонде кино. И в итоге мы попали в список проектов, которые Фонд кино принял решение поддержать. Таким образом, в конце сентября это решение было принято, и сравнительно недавно нам перевели деньги. Это очень круто. Это круто со всех сторон. Ну, во-первых, это говорит о том, что такие проекты, как наш, государство поддерживает, и мы, государству, интересны. Это здорово, потому что значит, что гражданские интересы, интересы государства совпадают. Второе, конечно, круто, что у нас появились дополнительные средства, которые нам дают возможность двигаться дальше. Вот, Фонд кино выделил нам 30 миллионов, но в этом году мы просили 60. Но в этом году всем проектам выделили сравнительно небольшие суммы. Однако у нас есть возможность обратиться в Фонд кино повторно в следующем году и получить вторую часть этих денег. Это мы попробуем сделать. Я думаю, что все получится. Так что эта новость очень крутая. Все это позволяет нам двигаться, как я уже говорю, вперед. Вот. Значит, у нас до съемок осталось, если все идет по плану, если все хорошо, а я думаю, что все будет нормально, то мы выйдем на съемки, должны выйти на съемки где-то в середине января. Осталось всего 2 месяца. Это очень маленький срок, и поэтому это очень волнительно. Сейчас темпы нашей подготовки стремительно наращиваются. Увеличивается группа, увеличиваются расходы, увеличиваются дела, за всем надо, все это хочется держать в руках, за всем следить. С одной стороны, это очень большая нагрузка, но с другой стороны, это очень интересно, это есть как бы, в общем-то, кайф нашей работы в том, что вот это вот огромное количество интересных дел. Из того, что хочется, из того, что случилось за последнее время, из интересного, я, честно сказать, сбился со счета количества сессий кастинга, которые мы провели. Мы проводили очень много собеседований и фотопроб в Петербурге, мы ездили в Москву, мы делали видеопробы, то есть, в общем, проделана огромная работа. И круто то, что сейчас мы определились с главными действующими лицами, и это очень как бы здорово, потому что можно успокоиться, уже понятно, кто будет играть главные роли. И как-то уже можно настраиваться на этих ребят, делать для них костюмы, проводить с ними репетиции, летать с ними на самолетах, что мы, кстати, планируем делать в ближайшее время. И, в общем, с ними уже можно работать, и я надеюсь, что к тому моменту, когда мы выйдем на съемки, мы выйдем уже гораздо... Ну, в общем, мы подготовимся, есть возможность подготовиться. Кроме того, поскольку вот этих вот встреч с актерами было очень много, то помимо главных действующих лиц, через нас прошло очень много ребят, которые нам для главных героев не подходят, но они подходят на разные другие роли, и мы их тоже смотрели с этим прицелом. И сейчас есть такой целый ансамбль у нас уже, из которого мы можем выбрать, сформировать персонажей для небольших ролей, найти. И, в общем, эта работа продолжает вестись, и все равно кастинг еще будет вестись какое-то время. Однако сейчас уже есть представление, есть некий такой пул актеров, которые нам нравятся, очень много талантливых ребят, из которых мы хотим выбрать и будем выбирать. И я думаю, что в ближайшие, наверное, я так думаю, ну, в ближайшую там пару недель мы уже ансамбль сформируем. Значит, по поводу места для съемок, собственно говоря, локации непосредственно. Вот было у нас 4 экспедиции в общей сложности на сегодняшний день. Мы ездили в разные места. В основном мы все равно исследуем юг России, степные такие земли. И вот сейчас, буквально завтра, ролик выйдет, а я как раз буду в экспедиции. Завтра я, Ким и наш оператор-постановщик Антон, мы улетаем в еще одну экспедицию, в которой еще хотим посмотреть земли недалеко в Оренбургской области. До этого мы смотрели границу с Казахстаном в Волгоградской области, а сейчас мы хотим попробовать посмотреть Оренбург. Камнем преткновения на самом деле является снег. Вот вещь, которая нас беспокоит, потому что сами по себе локации для съемок мы нашли, очень много хороших мест. Есть, правда, нюансы, которые заключаются в том, что большинство земель, которые свободны от инфраструктуры, то есть где нету там на заднем плане вышек, там сотовой связи и линии электропередачи, или просто даже каких-то городов и деревень, такие места начинаются уже довольно далеко от больших городов. А это значит, что они, то есть далеко это типа там 50-60 километров. А поскольку нам нужно поселить группу где-то довольно большую, то хорошо бы все-таки, чтобы это место было где-то сравнительно недалеко от большого города. И вот это вот нюанс.
с этим есть некая проблема, поэтому, в общем, поиск это многоплановая задача, я как-то уже объяснял. Она занимает много времени и много, как бы, нюансов нужно учитывать, когда ты ищешь локацию. Вот. У нас есть запасные варианты, мы уже их нашли и отметили на карте, но сейчас мы предпримем еще одну попытку. Значит, что касается строительства декораций, ну, самое главное строительство, продолжается по-прежнему строительство самолетов. Мы об этом сделаем отдельный рассказ, большой, потому что это, конечно, гигантский проект, который требует отдельного рассказа. Вот. И накопилось очень много материала. Вот. А одновременно с этим идет большая, дико интересная работа по реквизиту. У нас художник по реквизиту наш, Анна Рыбченкова, она сейчас занимается поиском, в основном, опять же, то, что волнует больше всего, это крупные детали. Это военная техника, ну, автомобильная техника, техника того времени, которая могла быть бы на аэродроме. То есть это старые автомобили, ну, с учетом наших требований к этой технике, чтобы это соответствовало 43-му году, как мы хотим, там, началу года. Вот, и с теми нюансами, которые надо учитывать именно для аэродромной техники. Вот. Но у нас есть уже представление о том, где мы эту технику возьмем. К слову сказать, если мы будем снимать, например, далеко где-то, тогда, возможно, часть этой техники можно будет взять там, где мы будем снимать. То есть, например, если бы это был бы Волгоград, если это будет Волгоград, то есть часть техники там, которую можно взять. Но это тоже такая организационная работа интересная, которая тоже сейчас делается. Вот. Ну и мы, поскольку у нас впереди вот основной блок, который больше всего сейчас беспокоит, это блок натурный, блок натурных съемок, потому что мы очень сильно привязаны именно к зимней натуре, то есть к снегу. И поэтому первое, что самое главное и самое сложное, что нужно снять, это снять все те кадры, в которых есть зимняя натура со снегом. Это значит, что мы сейчас в меньшей степени гораздо обеспокоены, сосредоточены главным образом именно на натурных съемках, а значит и на декорациях для натурных съемок. Вот. И вот эти декорации в первую очередь сейчас будут построены. Они сейчас еще не построены, они только разработаны, и строительство начнется в ближайшее время. Как только оно начнется, можно будет показать цеха, которые их делают. И понять, ну и более подробно сказать, что конкретно нам нужно для зимней натуры. То есть понятно, что это будут, во-первых, это будут экстерьеры построек аэродромных, там каких-то землянок, там КП полка там и прочее. И кроме того, это будут постройки деревенские. То есть это там у нас есть по сценарию несколько планов, снятых в деревне, которая находится недалеко от аэродрома. Для этого это тоже будет делаться при помощи декораций. И это, мне кажется, дико интересная штука, о которой будет, я думаю, очень любопытно рассказать и узнать. Вот. Сейчас пока есть это все в макетах, в чертежах, но само строительство еще не начато. Вот. В общем, с таким образом, планы пока наши остаются ровно такие, как мы планировали. То есть мы выходим в середине января на натурный зимний блок. Это самый большой блок. Он длится 30 съемочных смен. Потом мы уходим в павильон, и потом у нас будет летний блок, который будет еще 20 смен. Вот. И это, конечно, волнительно. У нас по-прежнему есть довольно серьезный дефицит бюджета, несмотря на помощь фонда кино, несмотря на то, что у нас есть контракт с компанией Яндекс, которые тоже нам перевели определенную сумму денег. Я, к сожалению, не могу говорить о размерах этой суммы, но это то, что тоже нас изрядно поддерживает этот контракт. И у нас есть ваши пожертвования, которые вы делаете. И таким образом у нас, вообще-то говоря, есть довольно неплохая цифра бюджета, но все равно есть дефицит. Потому что, во-первых, подготовка сама съест довольно много денег. И сама непосредственно съемка. На съемках я как-то рассказывал, потом как-нибудь могу рассказать подробнее, если такой вопрос возникнет. Каждая съемочная смена — это сразу очень большая затрата. И 30 съемочных смен — это большой бюджет. Поэтому еще одна из задач, которую я решаю, это задача поиска дополнительных средств для того, чтобы спокойно доснять, спокойно отснять зимний блок. Дальше там будем есть мамонта по частям. А вот вкратце такие новости. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Мы все время на это опираемся. Вот. Если кто-то еще не решился вступить в наши ряды, присоединяйтесь. Будет здорово. Спасибо.